Там в меня стреляет скелет. Ой-ой-ой, слушайте, тут сколько зомбаков-то. Это же вообще не радует меня. Меня сейчас убьют. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 Уйдите. Так-так-так-так-так. Тихо-тихо-тихо-тихо. Слишком много зомбаков. Все, меч сломался почти. Меня, кстати, многие уже упрекают в том, что у меня в каждом сезоне дом-коробка. Но в этом сезоне я сделаю себе просто замечательный домик. Коробка с углами. Та-да-да-дай-та-тай. Да, хотя это нигде еще не видно, чтобы была коробка с углами. Но я постараюсь так сделать. Ты что? Ничего себе! Чак! Эй! Курятин Чака вернулся, вы видели? Вы видели сейчас рядом плоть? Гнилую плоть! Курятин Чака завалил зомби! О боже ж ты мой! Курятин Чака, ты вернулся! А, так подождите, это обсидиан! Это обсидиан! Вау! Круто! Тогда здесь, в принципе, и бояться нечего. Так, все, у меня сломался, в общем-то, первый инструмент. Это алмазная кирка. Ой-ой-ой, вот это мне уже не нравится. Что же мне делать-то? Как же мне найти алмазы? Тут алмазы. Я, наверное, кстати, за сегодня раз 300 произнес слово алмазы. Если кто-нибудь посчитает количество алмазов, то есть сколько раз я произнес это слово, то вы будете просто героем. Алмазы, алмазики, 3 алмаза. Лазурит, признак алмазов. Алмазы. Какие-нибудь алмазики? Алмазы. Алмазики. Я должен найти алмазики. Алмазики. Алмазы. 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 Алмазики. Алмазы. 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 Количество алмазов. Алмазы. Алмазы. Алмазики. Нет алмазов. Алмазы. Алмазы. Алмазик. Алмазы. Алмазы. Па-па-па-па-па-па-пам! Так, у нас, кстати, саженцы здесь есть. Нужно, наверное, их все-таки посадить, потому что саженцы, они должны быть всегда посажены. Они. Что это стукнуло? Господи, я, если честно, немножечко даже испугался. Это, по-моему, стукнуло у меня где-то в соседней комнате. Маньяки. А, да, не буду, конечно же, я каркать или еще что-то. Так, ну а вот этот, я думаю, уже не упадет. О, вы видели это? Наверху глоустоуна рос гриб. Где это видно, что на глоустоуне рос гриб? Вы где-нибудь это видели? Я тоже не видел, но судя по тому, что гриб упал, когда я разбил тот глоустоун, так и было. О, окей. Ай-яй-яй-яй-яй, стой, не а, уйдите, о боже мой, это слишком хардкорно, да ладно, и где мой дом, я же дефпоинты не поставил, а, нет, вот вижу, нам нужно бежать в ту сторону, и надеюсь, сейчас мы в этой кромешной тьме найдем те самые факелы, да что ж ты будешь с тобой делать-то, да пошли вы реально, столько зомби, я вообще не управлюсь с вами. Выходит просто огромными толпами. На них можно качаться. А вы-то откуда вылезли? Это же вообще жестокость какая-то. Зомби-апокалипсис. Так, все. Сзади их нету? Вроде как нету. Нужно срочно покушать. Покушать яблочек. И мы почти добыли определенное количество. Нет, нет! Вот это плохо. Нам нужна вода. Вода. Где-нибудь вода-то есть? Эй! Эй! Я сейчас умру! Спасибо тебе, бог Майнкрафта! Благодаря тебе я выжил! Представляете, народ, у меня сейчас было полсердечка, я выжил! Жестоко! Есть! Мы в раю! О боже мой! Наконец-то! Смотрите, какой красивый рай! Мы сразу же нашли первый данж! Офигеть! Мы нашли данж! Еще один данж! Жесть! Так, ладно, я думаю, можно спуститься. Тихо. И начинаем копать обсидиан. Ё-моё, я весь в стрелах. Так, уберем сейчас все это. Здесь вроде как больше никто не пройдет. Ой! Тихо. Нам там срочно нужно осветить данж. Мне совсем это не нравится. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, я уж, наверное, много раз повторил эти слова.
Хотя это даже за слова можно и не принимать. Так, умри, умри, умри. Воспользуемся нашим супер-пупер каменным мечом. И, ё-моё, нам срочно нужен уголь. Без угля мы здесь вообще пока что никуда. Так, давайте быстренько освещаем, освещаем местность. И все. Пойди, больше здесь не появится крипер. Что за херня? Вата, что это? Откуда? Откуда он вообще спрыгнул? Нет, это слишком эпично для меня, я так думаю. Не-не-не-не-не-не-не! Вот это мне не нравится, народ! Вы видите это? Он приближается! Это торнадо! Походу, из-за дождя появился торнадо. Ну-ка, давайте сходим туда. Так, так. Да, народ, смотрите, реально, там у нас торнадо. И оно надвигается прямо на меня! О, боже ж ты мой! Персик, спасайся! Персик, быстрее, тебе нужно вызволить отсюда. Так, где данж? Где данж? Не-не-не-не-не, торнадо приближается. Торнадо, побежали. Ой, господи, какое торнадо. Персик, побежали. Давай, давай. Нет, почему ты сидишь на месте? Ну-ка, командная эмблема поможет. Ой-ой-ой, торнадо действительно приближается. Так, я не понял, почему персик не хочет вставать? У него даже ошейника нету. Ошейник пропал? Что за фигня? Мне это не нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Торнадо уже очень близко. Персик, пожалуйста, вставай. Ну же. Ну почему же ты не хочешь вставать? Нужна косточка. Так, косточка. Где? Вот она. Выкинем вообще хоть что сейчас нам. Главное спасти персика и все, что у нас есть. Так, все, отлично. Персик мой. Не знаю, он почему-то перестал меня любить, но сейчас вроде как снова любит, и он у меня на голове. Что-то уж очень высоко. Подождите, торнадо полетел в другую сторону или он вообще исчез? Нет, он все-таки в другую сторону полетел. Персик! Слава тебе, Господи! Если бы сейчас возле нас пролетел торнадо, от этой горы ничего бы не осталось. Что? Что? О, боже мой! Летающие свиньи, вы... Ой, а это кто такие? Надеюсь, вы меня не будете бить? Моа! Привет, Моа! Ой, какие красивые звуки ты издаешь. Ну-ка, давай еще раз. Давай. Ну, пожалуйста. О, я просто офигею от этих звуков. Ну-ка, есть еще алмазы? Есть. Сколько? Мазафа! Крипер разрушил мой алмаз. Нет, фух, слава богу, он остался. И здесь у меня уже 5 алмазов. Замечательно. Фух, народ. Фух. Ну и да, заканчиваю я на этом серию. Надеюсь, она вам понравилась. То есть, действительно, пожалуйста, поставьте лайк за такое... За всего лишь 5 серий, если не ошибаюсь. Или 4. Да, по-моему, все-таки 5. Ну и, в общем-то, если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Ложка и Перси где-то там. И, конечно же, Кенгуру. Ой. Всем удачи. Всем пока. Что-то не могу поставить, я здесь факел. Блин, вода мешает. Все, уйди. Ну-ка. Священный алмаз. И он один. Да вы серьезно? Еще и трясется экран. Да нет, ну вы серьезно? Ну всего лишь один алмазик. Окей, наверное, все-таки не буду сейчас по этому поводу ныть. Мы хотя бы... Получили себе пупер-супер-ачивочку. А вот это? А вот это? Народ! Мы нашли крепость! Охренеть. Охрена ты отключилась, тупая запись!